этом году семинар, который проходит во Львове, мне кажется, по количеству людей, которые приехали, самый большой семинар. Второй семинар, где мы изменили формат его проведения, и после официальных презентаций, которые делают в компании, наши партнеры, мы делили наших гостей на группы, которые работали в таком интерактивном кафе, так мы его называем. И мне показалось, что это очень интересно, потому что все были вовлечены в процесс. Уже на завершающем этапе мы даже не могли остановить эту дискуссию, которая была за столом. Ну, это хорошо, это здорово. Самым замечательным, запоминающимся, ну, это, наверное, было количество вопросов, которые было у участников, в их активности и положительном настроении. Ситуация простая. Чем больше вкладываешь деньги, тем дольше живет техника. Чем дольше живет техника, она тебе в эквиваленте экономит, опять же, твои деньги. Вот, это все просто. Семинар – это как раз тот момент, когда в эти 2-3 дня ты отключаешься от банков, от офисов и всего остального. Львов мне напоминает наш город Краков. Часто приезжаю, часто бываю во Львове. Кофе, шоколад. Хорошие впечатления. Какие особенности можно отметить? Во-первых, это очень прекрасная погода. Солнечная, яркая, зимняя, порадовал Древний Град, порадовал командный дух, группа. Впечатлила игра «Эко-мафия».